Всем привет, с вами Светлана, и сегодня мы разберем мой заказ Faberlic по третьему каталогу. Так, с чего же начнем? Давайте, наверное, с подарочков. За шестой шаг, да, компания подарила мне набор средств для дома за 99 рублей 4 средства. Средства для чистки зеркал, стекол, для чистки и мытья. Вот такой вот большой флакончик, артикул 110-48. Попробуем. Еще ни разу не пробовала, тогда расскажу. Так, еще сюда входило средство для чистки духовок и плит. Мое любимое, его я уже знаю, 111-19 артикул. Очищает все прекрасно, идеально. Можете посмотреть мои отзывы или другие, любые многочисленные, на этот продукт на YouTube. Поэтому этому подарку я очень рада. А, средство чистящее универсальное для ванной комнаты. Его я еще не пробовала. 112-20. Обязательно попробую, расскажу. Очень интересно, как он ведет себя на керамике, на акриловой ванне. Посмотрим. Так, и еще у нас здесь четвертое средство. Уже не помню даже какое. Ну ладно, мы его в процессе тогда найдем, не будем сейчас специально искать, потому что у меня тут на коленях стоит эта большая коробочка, разбираю вместе с вами, только вот забрала заказ. Для себя у меня здесь на этот раз очень мало, в основном мне делали заказы мои знакомые клиенты. Средство для мытья посуды, концентрированное с малиной, 111.95, не первый раз у меня берут. С малинкой достаточно густой по сравнению с другими и очень приятный аромат. Так, это для клиентов. Водный спрей-освежитель антитабак. Его успела полюбить я. 113-29 и мои клиенты. Две штуки у меня его должно быть для себя и для клиента. Да, вот две штуки. Он мне по аромату нравится больше всего и по стойкости. В общем, устраивает во всем и хватает его надолго. Так, дальше. Три шампуня тоже у меня заказали клиенты мои. Берут они его не первый раз, очень он им нравится. Ботаника серия, бюджетная, он был по акции за 85 рублей. Объем и густота. Говорят, что прям вот объем держится-держится. Я пока пользуюсь серией Арктика, она меня устраивает. Ботанику еще не пробовала, поэтому сказать не могу. У меня берут, очень любят. Вот кто-то взял два про запас, кто-то один. Вместе... с бальзамом объема густота. Так, шампунь у нас артикул 87-40, бальзам 87-46, тоже объема густота. Бальзамчик. По два всего получается, потому что по 85 рублей они шли при покупке двух средств. Скидка. А вот четвертый подарочек от компании. Для меня это крем для чистки металлических поверхностей. Артикул 111-58. Тоже еще его не пробовала. Попробуем. Обязательно потом расскажу вам, поделюсь отзывом. Так, ну, новый каталог у нас здесь с большими новиночками. Полистаем. Обязательно сниму для вас обзор, посмотрим. Так, вот еще таких два освежителя для полости рта у меня тоже заказали. Это не мне. 87-28. Можем понюхать с вами аромат. Пахнет малиной, пахнет очень здорово, прям вот свежесть с малинкой. Вот такие небольшие флакончики, но они тоже там шли по скидочке, не очень дорогие. Так, артикул, я вам сказала, по-моему, 87-28. Губка, мини-губка для замши и нубука. Вот такая вот губочка, по-моему, она стоила 70 рублей. Не буду сейчас открывать, ее тоже у меня ее заказали. Вот. Так, дальше. Целых три краски серии «Эксперт» на этот раз у меня заказали. Я люблю очень эту краску, она не смывается. У меня, по крайней мере, видела отзывы, девочки пишут, что не стойко. У меня она очень стойкая и не смывается абсолютно при последующих помывках головы. Цвет впечатывается, его даже потом осветлителями не смоешь, мне кажется. Вот такой стойкий. Значит, оттенок 305 темный каштан шоколадный. Вот такой вот темненький у меня заказали. Артикул 180-23. Вот такая краска, светлый блондин пепельный. Артикул 180-43. Когда девочки мои покрасят, я вам обязательно расскажу про результат.
И блондин пепельный еще в другом немножко оттенке. Вот такая краска 180-38. Так, погнали дальше. Влажные салфетки. В этот раз у меня тоже не для меня заказали. Без спирта. Вот такие влажные салфетки. Две штуки, 15 штук здесь в пачке. По-моему, они были то ли по 39, то ли по 49 рублей. Подходят для всей семьи. Я так понимаю, их можно даже для детей. Артикул 22-16. Гигиенические салфетки. Нежность хлопка. Вот такие салфеточки. Так. Фигурное мыло. Пока у нас еще есть серия «Зима». У меня тоже заказали. Мы брали в виде звездочки и в виде малинки. Вот такие два мыла. Мне эта серия очень нравится. Артикул звездочки 0,859, 0,88 малинка. Обожаю эту серию. И пока она есть, буду брать. Про запас крема. Очень питательные. Для тела мне нравится. На лето, конечно, наверное, они не подойдут. Будут достаточно жирными, но вот на зиму, на весну, мне кажется, самое то. Туалетные водички. Две вот такие у меня сказали в подарок для своих мужчин к 23 февраля. Серии Круизер. Значит, одна у нас Сафари, одна Экстрима. Долго выбирали ароматы, и мне кажется, ну, из этой серии вот эти именно две водички, они вот для мужчин нам нужно было 30-35 лет. Ксюш, не мешай, пожалуйста. Вот, сейчас я посмотрю артикул. Если найду. Не, а, вот, 32-22 Экстрим, 32-35 Сафари. Не могу сказать тоже, как пахнут, распечатывать не буду. Выбирали прям вот наугад, читая ноты в описании. Еще влажные салфеточки, вот такие. Матирующие салфетки для лица. Здесь их тоже 15 штук, и вот какие-то, да, то ли 39, то ли 49 рублей стоили, из этих я уже не помню. Очищают кожу, надолго освежают, не сушат кожу, содержат масло мануки. Очень хвалят эту серию вообще, эти салфетки, я тоже сама еще не пробовала. У них для матирования хватает серии Axiology вполне. Вот, вот такие салфеточки. Дальше в подарок для своих мужчин у меня заказали два одинаковых наборчика. Они были вот, по-моему, по желтым ценничкам, восьмой элемент. Мы заказали бальзам после бритья, две штуки, артикул 81-39, и гель для бритья, так, артикул 81-47. Вот такие два наборчика. Можем сейчас с вами, наверное, понюхать, если здесь нет слюды. Нет, здесь есть слюда, поэтому мы с вами даже не понюхаем его. Но вообще серия тоже мне нравится. Я мужу брала такие средства. Очень хороший аромат. Так, дальше. Единственный, наверное, из всех моих купончиков у меня был вот весенний мега-акция, да, за 1 рубль. И это была водичка. Вот можно было выбрать водичку за 1 рубль. Компания предлагала. Очень приятно тоже. Инкогнито я выбрала. Не было там ароматов, которыми пользуюсь я, которые нравятся мне. Инкогнито пользуется у меня моя свекровь. И я заказала, выбрала, точнее, вот для нее всего за рубль. Вот эта туалетная водичка. Она ее очень любит, пользуется постоянно. Я ей всегда, если что-то есть по акции, беру из этой серии. Вот такой еще наборчик мы заказали. Там тоже 79 крем-бальзам, по-моему, после бритья 79 рублей. 99 гель для бритья. Это Faberlic Man. Серия тоже очень хорошая. Брала я ее уже. Аромат нравится, все нравится. Гель для бритья у нас артикул 0,572, а после бритья 0,570. Вот такие вот подарочки. Скидок много было для мужчин прям в этот раз. Так, кислородный пятновыводитель у меня еще заказали. Многие его любят, хвалят, и я им пользуюсь постоянно. Я даже добавляю уже при каждой стирке пол ложечки нашего любимого порошка и пол ложечки кислородного пятновыводителя. И никаких пятен, идеальный цвет у одежды, и все замечательно. Я его очень люблю и тоже себе обязательно буду брать всегда. Так, артикул 110-50 его, вот. Такая баночка большая, там внутри уже есть мерная ложечка. Так, вот такие два геля для душа у меня тоже заказали. Сакура и Кивана и Амавилис. Вот такие они были у нас, по-моему, по 99 рублей.
пахнет очень здорово. Что один, что второй. Вот этого желтенького более нежный аромат. Так, его артикул 84-69. А этот 84-60. Голубой, у него аромат такой вот, знаете, свежести. Цветочно свежий. А здесь какой-то вот такой вот нежно-цветочный. Так, дальше. Дезодоранты Инкогнито у меня тоже заказали. Оба для своих любимых мужчин. Это тоже приятный очень аромат. Мне кажется, вот у меня сейчас вся коробка даже пахнет вот, вот этим ароматом Инкогнито. 36,08 артикул. Сейчас откроем. Ой, здорово. Вообще, Инкогнито очень нравится мне аромат, но немножко не мой, а для мужчин просто вот замечательный. Такие два дезодоранта. Вот такое мыло для рук я взяла для себя. Оно было в акциях распродажи по срокам годности. Артикул 86-61. Тут, кстати, еще у нас 2 месяца, поэтому вполне нормально. Довольно большая баночка, 200 мл, так что 30 рублей оно мне обошлось. Приятно. Тоже понюхаем сейчас с вами аромат. Это ирис и папоротник. Ой, пахнет здорово. Какими-то цветочками. Прям очень здорово пахнет. Не прогорклый, ничего. Отличные, девчонки, поэтому не бойтесь, берите. Так. Зубные пасты. Для себя и заказала у меня клиентка тоже. Мы решили попробовать новинку. Я люблю очень зубные пасты именно Эксперты. Пользуюсь только ими. Для чувствительных зубов не сильно снимает чувствительность, так же, как и ополаскиватель. Все равно были моменты, когда я уже неделю, наверное, или две попользовалась этой пастой, и вот как-то опять чувствительность повысилась. Все-таки я ее больше брать не буду. Теперь решила попробовать отбеливающую, вот 200%. Тогда расскажу вам, как результат. Так, артикул ее 16,94. Две штучки моя и в заказ. Так, и дальше все. А, вот еще помады у меня для девочек. Помады. Губная помада «Абсолютный объем». Мы выбирали с ними цвета. Я вам их, к сожалению, тоже не покажу, потому что на заказ. Поэтому даже, в принципе, артикулы говорить не буду, потому что обзор мы с вами не сделаем. Два вот таких вот оттеночка у меня заказали. А дальше для себя я заказала вот такие кремы для рук в подарочек кому-нибудь положить. По купончикам тоже я уже не знала, куда их деть, эти весенние купоны, потому что их было очень много, и они у меня остались, и половину я раздарила, и все равно у меня еще они, по-моему, остались, и применяла уже на все, что только можно, лишь бы не пропали, как говорится. Вот такие вот кремы для рук, вишневый конфитюр и крем для рук роза и фиалка. Сейчас, так, вишневый конфитюр 21,44, роза и фиалка 83,82. Сейчас посмотрим. Если посмотрим, опять же, с вами аромат. Да, они без следы. Вишневый конфитюр очень приятный. Есть небольшой аромат вишенки, но такой не кислый, а сладкий. Роза и фиалка. Он запечатанный, не понюхаем. Так как на подарочке хочу оставить. Не понюхаем. Так, и дальше еще для себя. Я опять для ребенка заказала гель для купания младенцев с экстрактом ромашки и депантенолом. Он устраивает меня больше всего из всей детской серии. Кошка, малинка. Это все здорово, но вот это вот как-то, на мой взгляд, безопаснее. Не знаю, я люблю, полюбила я его. Когда есть возможность взять, опять же, по купончикам, по акциям, я беру только его. Так, артикул. Артикул 16,41. По купончику я его, по-моему, брала. Так, и последнее средство. А, нет, еще не последнее. Вот для себя вот такую серию Арктика я заказала. Понравилась мне эта серия очень. До этого у меня была для окрашенных волос. Волосы видоизменились просто моментально после первого применения. Роскошные, гладкие, блестящие, ухоженные. Все замечательно. Не думала я, что бюджетные шампуни могут творить такие чудеса и бальзамы с волосами. Но, оказывается, могут. Тоже где-то 70 с чем-то рублей, по-моему, я взяла их, они обошлись мне. Я взяла на этот раз роскошный объем и кондиционер, и шампунь. Роскошный объем с экстрактом полярного мака. Шампунь 86-17, бальзам 86-18. Очень советую, кто не пробовал, попробуйте. Мне подошли эти средства, я их очень люблю, и пока буду пользоваться вот именно этой линейкой.
Так, для себя еще я заказала много-много масочек, уже раздарила их. Вот такие вот Витамани, они шли там, по-моему, за 19 рублей при покупке на сумму 299 по каталогу. Я уже сегодня одну попробовала, манго и папайя. Открыла, очень мне понравился аромат. Текстура довольно приятная, мне кажется, даже вот этой одной упаковочки мне лично хватит на 3 раза точно. Я ее вскрыла, и где-то 1/3 у меня ушла на 1 раз. Нежные, хорошие масочки за 19 рублей, приемлемо очень, или в подарочек вот так тоже кому-то положить. Приятно. И себе я заказала по купончику, по-моему, 60%. Единственный у меня был для уходовых средств гель-маска для лица двойного действия, увлажнения и питания серии Проликсир. Вот такая вот масочка, артикул ее, так, 0724. Я первый раз беру серию Проликсир. Если кто-то пользовался, расскажите, пожалуйста, как вам. По отзывам вроде все хорошо, но я вот ее беру в первый раз. Запечатанная масочка, гель-маска, увлажнение и комфорт. Попробую, обязательно расскажу вам свои ощущения. Она вот даже, можно ее не смывать, а удалять просто излишки салфеткой. Попробую применять и так, потом вам обязательно расскажу. Еще в заказике у меня было 2 водички, Эмансуэли и Ферхуе, розовенькая и оранжевая. У меня их забрали сразу, поэтому сегодня в обзоре у меня их нет. И, в принципе, наверное, на этом все. Вот такой у меня был заказик. На 52 балла он вышел. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если хотите видеть видео мои первыми, нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. Вся полезная информация под видео в инфобоксе. С вами была Светлана. Спасибо, что зашли на мой канал. До новых видео. Пока-пока.